Снова в эфире «Киевская амплитуда», срочный выпуск, посвященный Лысогорскому форту. Мы не собирались никогда его снимать, потому что это место довольно такое прозаическое с нашей точки зрения. Но при изучении архива киевской инженерной команды, которая занималась постройкой Лысогорского форта, в определенном разделе архива Эдуарда Потолбена были найдены странные документы о том, что при постройке форта была принесена человеческая жертва. Вне ведома Потолбена в стену замуровали солдата из арестантской роты, которая располагалась южнее в Корчеватом. Это был бывший штабс-ротмистр Варфоломей Федорович Алексеев, разжалованный солдаты из-за поэтического пасквиля против Александра II. И вот его принесли в жертву. А когда об этом узнал начальство, было уже поздно, стену никто ломать не стал, и так Алексеев там и остался. В 90-е же годы, когда на Лысую гору валом повалили неформалы, Алексеев стал проявляться. Он выходил обычно ближе к вечеру и пугал забредших туда рокеров. Для поиска духа штабс-ротмистра Алексеева мы пригласили человека с экстрасенсорными способностями, члена общества паранормальных явлений Киева Ефросинью. Здравствуйте. Мне надо идти туда. Вот туда. Вот туда. Вот да, туда. Нам идти надо не туда. Давай. Путь к Лысой горе будет ухапистым. Это какой-то аномально большой клевер. В самом деле, да. Это аномально большой клевер. Просто, может быть, тут влияет химия, тут же лыбедь протекает, а в ней уже все сбросы. Ну, посмотрим дальше. Деревья сухие, их тут посадили, но, вероятно, сказывается, гиблость места. К Лысой горе нас ведет грунтовая тропа. Сейчас мы приближаемся к знаменитому мосту смерти. А почему он так называется? Ну, потому что люди, которые туда идут, обратно уже не возвращаются. Все, что ли? Ну, еще никто не вернулся. А как мы вернемся? Я не знаю. На другую станцию метро пойдем? Я не знаю. Там вот если так пройти, потом проспект Науки, можно выбраться к Демидовской. Если дойдем. Да. В этом-то и весь вопрос. Так, вот этот страшный мост. Что ощущает экстрасенс? Что-то чувствую. Не было ли тут каких-то случаев самоубийств? С ним не прыгали? Вылыбить? Там кровь, страдания. Вот мы уже подошли к мосту смерти.
есть? Посмотри, что там, я боюсь обернуться. Что там? Человек стоит. Это не человек. Да, не просто человек, а какая-то... Это даже не просто человек. Девушка, странные какие-то жесты делает. Давайте подойдем, спросим. Девушка кидает в лебедь мусор. Это ужасный человек. Давайте она подойдем. Бросает какое-то зелье. Там это... зелье какое-то. Ну, если это не мусор, давайте, значит это зелье. Давайте спросим, что она делает. Идите в сам, идите в сам. Окей. Никого не жалко, да? Посидят вперед. Можно вас спросить, а что вы делаете? Что? Вы что делаете? Это что здесь за дело? Ну, это как бы вот там, это... Ну, в общем, мы идем туда, на Лысую гору. На Лысую гору? Да. Ну, это самого... Искать. Искать? Да. Кого искать? Духа, который там был, человек, который вы, был там замурован. Смерти своей искать идете. А вы ничего не слышали тут, что из туннеля, из Поттерна появляется дух такого солдата? Нет, никаких солдатов тут. А вы тут часто бываете? Да. Судя по этому зелью, можно предположить, что вы ведьма? Можете предположить. О, а можете быть нашим гидом по Лысой горе и показать какие-нибудь таинственные интересные места? Если вы меня подождете и не будете смотреть. Не буду. Хорошо. Мне это не нравится. Не нравится мне это. В принципе, мы... Здесь в низовье протекает речка Лыбень. А я что-то чувствую. Хорошая. Вот знаменитый холм Лысой горы. Сейчас мы будем искать сюда подступы, где тут можно влезть. Или ведьма нам покажет подступы, если вы, конечно же, ведьма. Поворачиваем и идем сюда. Вот сюда, да, по этой коробке этой. Да, сюда. Вперед, слишком не забегай. Хорошо. Что ты чувствуешь? Глядите, глядите. Нам туда. Вроде бы как. А что это? Буква А. Вот. А рядом с ней еще какая-то буква. Буква Р. А вот слева самая крайняя. И украинская, что ли? Ира. Вот оно как расшифровывается. А может это сокращение какое-то там. Ирландское. Да. Милочка, Милочка, как вас зовут? Не Ира ли? Нет. Что-то я чувствую, что кто-то здесь врет. А вот интересно, что тут виден такой ярус, он как бы явно рукотворный. Не хочет ли кто-то сейчас подняться наверх? Вот так. А вот там есть заход. Шампиньоны, найденные нами на Лысой горе.
скорее выбить, потому нет, нет, тут проходил рукав Днепра, Лысогорский назывался, и тут причал. Действительно. Это не шутка. Не шутка. Так далеко же до Днепра. Ну, отступил Днепр. Или давайте я секундочку сейчас поднимусь, сниму оттуда панораму. Поднимись. Да. И спустимся. Нужно ровно 5 минут. Можешь снимать, кстати, на мобилку, на видео. Так. И все-таки я решил сделать небольшое ответвление от маршрута и подняться сам на этот склон. По слухам, оттуда открывается замечательный вид на все окрестности. А потом я спущусь назад к съемочной группе, и мы продолжим наше путешествие. Главное здесь не поскользнуться. Вчера шел дождь, и ночью шел дождь, и поэтому довольно скользко. И мокро. И надо лезть. О, я уже скажу. Жу. Я уже скажу. На самом деле тут очень ответственно. Но эта ответственность не видна на камеру. Еще выше. Можно. Вполне можно вылезать. Все выше и выше. Самый край. Вот сюда. Шоссе. Хилая роща. Вот тут склон почти отвесный. Я поднимусь еще чуть выше. На смотровую площадку. Я уже сдулся, устал. Когда поднимемся, весь дух вон. Вот. Плоский участок. Уважаемые зрители. Вот. Южная, конечно, зверинца. Бусова гора, Теличка, промзона Телички, 5-я ТЭЦ, шоссе. Вот, дальше идут на юг, Кочеватая и прочее. Мой же путь лежит вниз, вот в этот яр. Основной форт располагался на этом холме. От него остались земляные валы и некоторые кирпичные сооружения. Сейчас мы по яру пойдем в ту сторону, и около Поттерн, туннелей сквозных в укреплениях, экстрасенс будет пытаться применить свои способности, чтобы попытаться прочувствовать, есть ли там дух штабс-ротмистера или нет, и можно ли его вызвать. Ну что, спускаемся. Спускаемся к съемочной группе и таинственной девушке. Ну, все в сборе. Я там снял замечательные виды, заодно показал, как мы будем идти. Я чувствую отрицательную энергию. Смотрите, там какая-то яма. Раскоп, что ли? Да, ты посмотри, это небось опять черные археологи потрудились. Вот такая ровная прямоугольная яма, довольно глубокая. Вот. Что тут было, я не знаю. Хорошо виден слой, срез почвы. А вот обратите внимание, что там какая-то металлическая
фиговина. Вот она тут вот. Сейчас я как бы показать отсюда. То есть там какой-то железный лист. Вот он идет, он заржавел. Вот. И ниже его еще слой такого же листа. Сейчас грунт начал оползать. Надо позвонить в коммунальную службу, чтобы прислали противооползневую команду. Прямая линия, да? Прямая линия с шефом? Да-да, с ним. Звоню, да. Алло, здравствуйте. Это Николай. Мы здесь обнаружили, что ты риск оползня. Так уже он. Да, нас уже сползает. Пришли, пожалуйста, противооползневую команду. Куда, спроси, куда? Нам стоять на месте или скинуть по GPS координаты? Нам на месте стоять или по GPS скинем координаты? А? Что? Спецмашину пусть пришли, спецмашину так, с колями. Сказали, что бригады свободной нет, отключились. Ладно, идем дальше. Знаешь, где подстерегает опасность? Идешь, яма. Надо это самое, жилетку, как у вас, Романов, всегда с собой носить. Надо как Диггер спас. Не, везде так рюкзак у вас, Романов, здоровенный такой, чтобы лестничка была. Там, которая небольшая, но раскладывалась бы на несколько сердце. Посмотрите на эти древние склоны. Пожалуйста, вы не знаете ничего о происходящих здесь шабашах? Шабашах? Ну да. Нет, кажется, в последнее время ничего такого уже не происходит. Не происходит? Нет. Я помню, мне когда-то давно рассказывали одну историю, не знаю, может, что-то подобное слышали. В общем, одна девчонка-неформалка поссорилась с родителями, и она, ночь глядя, пошла на Лысую гору. Ну так, еще не совсем темно было, но такие уже поздние сумерки. В общем, она смотрит, костер, возле костра какая-то фигура в черном балахоне. Ну, ей, значит, уже холодно стало, решила подойти к костру погреться, подошла и спросила, можно я у костра погреюсь? Фигура поворачивается, а это как такой, как череп, обтянутый кожей с глазами. Так, она, чувствуем, убежала. Но, кажется, если бы она не вернулась живой, она об этом не рассказала. Ну да. Вот, слышите, знаете, там не слышали про кого-нибудь такого? Ну, разве же это шабаш? Ну, что-то веселье, танцы, песни. На шабаш все прилетают. Ну, может, это кто-то там подготовку делал какую-нибудь там? Нет, не знаю, у нас здесь очень тихо. Я понял. А вот киевская группа «Парформалов» что-то знает, но молчит. Я не буду комментировать это событие. Хотя ведь к вам туда в центр должны стекаться все подобные сведения. Да, жертвы ведьм обращались в наш центр, в том числе жертвы шабашей. Вот. Но я об этом рассказать ничего не могу, потому что клиенты не можешь. Скажите, мы правильно идем? К Поттерам нас выведете? Конечно. Чувствую здесь отрицательную. Вот от этого вот сооружения, да? От этого сооружения? А что это? Вот смотрите, видите? Тут... Конструкция, вот склон укреплен. Потом явно что-то обвалилось. Вот, а вот, вот если бы знать, в какую сторону света оно направлено на восток. В принципе, это точно ориентировка на восток. О, что я вижу? Там пещерка, что ли? А что там за пещера?
Как ты так ухитрился перейти так быстро? Ну, сейчас я к тебе. А, тут нормально как раз. Нормально, прикольные бревна. И падать не высоко, только не качай его только. В общем, там землянка какая-то. Там вот. Еще есть, да? Да. Ну, можно протезать. Выше есть. Вот, так. Ну что же, идем дальше. Все-таки нам надо искать паттерны. Да-да. Да-да. Я думаю, вот это вот две сидели, это могли быть ведьмы какие-то. Да. Ну, а чего они тут сидели в глуши? Ну, это там, может, чтобы их не подслушивали. Ну вот, а я, видишь, я тут полезу. Там такое это... земляночка такая небольшая, метр глубиной где-то, и все. Но по словам местных жителей, дальше есть еще похожие. Так, а что вы знаете об этой земляночке? Я об этой земляночке не знаю ничего такого, что можно было бы вам рассказать. Тут растет папоротник, а согласно поверьям, он цветет в ночь на Ивана Купала, именно на Лысой горе. Этот цвет, если его собрать, то он дает власть над нечистой силой. Ну, вам до этой ночи нужно еще дожить. О, тут еще что, какие вот мох в нем растут, какие-то поганочки. Вот такие красивые поганочки. Как зомби. Да, с вами страшно иметь дело. Страшновато, да? Страшновато. Зловеще тут как-то. Так, сбираемся сюда. Со всех сторон на нас наползали холмы. Проходили мимо самых гиблых мест, мимо бездонных колодцев, которые, как некоторые считают, ведут в преисподнюю. Не зря здесь всегда ветер. Есть такой рассказ или роман под названием «У врат преисподней ветрено», потому что там всегда ветер. Вот и тут, на Лыске, тоже всегда этот странный темный ветер. Потому что это гора. Нет, лысая. Потому что тут сходятся, как говорят ваши паранормалы,
все злые силы. Сходятся злые силы, сходятся. Меридиан зла. Сходятся и сходятся. А вот одна из достопримечательностей – таинственное и зловещее ущелье мертвецов. А почему оно так названо? Потому что раз в год весной оно наполняется газом. И люди, которые туда заходят, надышавшись этим газом, становятся мертвецами. В некоторых местах форта замуровали емкости с газом, действие которого сейчас бы описали как газ-зомби. Но тогда это называли по-другому – гальванический нервический газ. Тем временем я нашел тут раскопанную могилу. Вот явный раскоп, захоронение. И уже замусоренный. Я же выхожу на торный путь. Постарались черные археологи. Так. Ну так как же это вы искали? Вроде да. Что ты чувствуешь? Я ничего не чувствую. Давайте подойдем к этой поторне поближе. Ее уже испещрили граффити, а вообще тут на кирпичах часовые солдаты оставляли надпись, когда они сторожили. Так. Подожди, а вдруг там зомби-газ? Посмотрим, что тут. Там, в принципе, я так понимаю, там что-то заблокировано. Проход, точнее. А мы лбом его расшибем. Почему она должна быть сквозная? Так вот, другие сквозные. Что чувствует экстрасенс? Нет, господа, ну это точно не здесь. Вообще точно не здесь. Пойдемте назад. Да идем. Тут лежат похоронные цветы. Я вот. Вот, весь... тут пентаграмма нарисована. Тут все плохо. Числа, видишь? Код 23, а нет, вот, код... Вот, я это дело вслух не читал. Да, а вот на этой вот веревочке вполне может человек повеситься. Кто-то подсказывает мне, что надо спускаться налево.
Так. Ну как, спустимся здесь? Что скажете? А там нормально можно? Да вот! Оп! Вот, тут замечательный спуск. Нормально. Вот, тут высота. Я стою на кромке. Вот, и тут такой спуск. Слышу, что Алексеева замуровали. Где? Здесь. Стойте. Тут может быть зомби-газ. Мне надо экипироваться. На, снимай. Угу. Я потом. Что? Так, сейчас я предприму робный заход в Поттерну. Если там все нормально, то ребята зайдут следом за мной. Стены, снимай меня, снимай, я же рассказываю. Возможно, в стены этой Поттерны замурованы сосуды с так называемым зомби-газом. Зомби-газ может выделяться из сосудов через усыхающие под температурным воздействием пробки. Поэтому сначала я попробую сделать пробный заход и позову с собой ребят. Если все нормально, то экстрасенс сможет продвинуться глубже в туннель, следом за ней Коля. И мы посмотрим, может быть, удастся даже выйти на какой-то телепатический контакт с Алексеевым. Посмотрим. Разве? Я ничего загадывать наперед не хочу, но как я скажешь, я тут рюкзак. Ничего такого нет, как по-вашему? Ну, зайдем, проверим, как мы всегда с Петром делаем. Заходим, проверяем. Включено? Сейчас. Нет. Не. Включено? Нет. Он, кажется, может... Да. Вот. Теперь да. Тут их нет. Ходите. Понятно. Ну что, тогда камеру... Фонарик работает на длину 60 метров. Тогда передайте камеру. Снимай. Подожди. Угу. Бери-бери-бери. Вы следуете за мной, когда я дам условный сигнал. Окей, я скажу слово 64. Когда вы его слышите? А почему 64? А чтоб никто никто не подделался. Потому что вдруг там кто-то еще вас позовет. Ну что, я тогда подойду. Отправляюсь в пещеру. Еще рано. Я еще не сказал 64. Тут лежат какие-то кирпичи. Довольно старый. Что там? Кирпичи старые. Дальше завал. 54. Тогда идем. Я чувствую странные вибрации из этих стен.
Да что-то тут... В этих стенах что-то есть. Я чувствую вибрацию. Вот, какие-то ниши маленькие вижу. Ниши, ниши, ниши. Посмотрите на пол. Пошел газ. Уходим мы. Mama.